Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, ОТВ, Венера, Пингвинус, Дэн, Плеймарк и Точка. Санек, пацаны, поздоровайтесь. Салам алейкум, пацаны. У нас сегодня очень классная карта, это здоровенное кольцо, а посредине лава. И будем скидывать друг друга туда на машинах. Если пять кошечек, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. О, на запорожце, так и будем кругами ездить или мне тебе придется скинуть? Смотри. Ну все, согласен, согласен. Ну смотри, смотри, еще чуть-чуть бы и скинул. Ребята, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся выпускать очень веселый контент, который продлевает людям жизнь. Да, запорожцы? Что я не туда стал? Ты сейчас пострадаешь. Так, хорошо, давайте будем действовать по-другому. Ух ты, вот это притарач. Слышал, ты что, неадекватный что ли? А ты думал нет? Пацаны, я против чешуи еду, понимаете? Я против системы. Если хотите записаться в Алике, ссылка на Дискорд в описании. Совершенно верно, блин, ну ты прям полу-ютубер уже. Так, пацаны, кто меня скинет? А вот ты сам. Давай, я прямо на краю стану. Дурака во мне увидел. Ребята, видите, к чему приводит? Желание скинуть другого. А кто-то упал вообще? Это я, блин. Я ж не первый упал. Нет, ты второй упал, ну красиво я тебя обманул. Я больше на тебя не поведусь. Я тебя красиво. Убью. Я эту фишку сдал, кстати. Я тебя убью. Ух ты, блин, чуть не скинулся. Это фишка у тебя сама вот не скинулась. Вот это жесть. Что это поршень такой? А что, долго оно так будет? Фу, вот он поехал по бортику. Да, нифига, ты видишь, что оно делает? Смотри. Давай. Бу. Дима, ты упадешь быстрее? Если я буду не могу тебе не это сказать, но придется скидывать всех. Слышь, ты жопец. Запожопец. А что я хотел сказать, что самое главное, когда вы берете в таких режимах машинах, это полный бак топлива. Давай, Дима. И что, мы вдвоем с кем-то остались? А вот еще. Там вас много что-то очень. У вас слишком много. А мы сейчас будем правила игры менять, не переживать, сейчас будет гравитация резко меняться, например. О. Опа, гравитация теперь усилена, теперь будет пацанам посложнее ездить. Теперь вы уже по бортику, пацаны, не поедете. Искры такие прям фигачат. Я увеличиваю еще гравитацию, пацаны. Блин, у меня прям тянет туда. Так, да, добавляем нолик. Пол жирный. Тебе вот это скользишь. А мы что, ехать? А мы не можем ехать теперь, стойте. Молодец. Что ты, пацаны, переборщил? Блин, Дима, спасибо, я за то. О, давайте просто здесь сделаем. Че? Пацаны, а че вы не едете? Ну едьте. Во, я езжу. Во, ребята, ну что, пора вас скидывать. Блин, а меня тянет вниз, смотрите, нажимаю газ. Нет. Отлично. Я еду. Все. Пацаны, ну что, видите? Читы, я так понимаю, это читы, да? Читы сами. Какие читы, я теперь даже ехать не могу. Смотри, его стягивает вниз, видите? Да. Колеса дрыгаются у него. Ладно, ладно, давайте там мы сделаем здесь один, так. А здесь мы сделаем 5. Да 100, ну вот. Во, все. Вот теперь будет прикольно, это грань. Пацаны смогут ездить, но очень плохо. А это потом. Бу. А вот теперь я тебе скину за это. Ты сейчас сам можешь так скинуться, Дима. Не, я никогда в жизни этого не смогу сделать. Я профессиональный. Тихо, тихо. Блин, Джиди всрался. Пацаны, вы не боитесь со мной ездить? А ну я выиграю в любом случае. О, сидят. Хорошо, меняем гравитацию. Ух ты. Улетаем. Получи, уже не получится, пацаны, постоять у вас. Улетай. Так, мне должны этого челепиздрика скинуть. Давай. Отлично, отлично, все, поддел. И теперь потихонечку газуем в сторону лавы. Вот. Ты переворачиваешь его. Вот. Ого. Он прям стенку влетел. Представляешь, если бы ты меня лупанул бы. Ты бы взлетел на воздух. Ну да. Зайца машина заглохла. А, все, мы выиграли его. Я его скину, пацаны, не переживайте. В любом случае. Нет. Утилизировать давай, тебя надо. Ты дурачила Бугукса! Ну блин, ты ну нет! Да блин, я поддался специально, блин. Кого? Блин, ребята, первый раунд прикольно получился. Раунд номер 2.
Один, два, три. Сейчас я должен победить. Я взял машину двухмостовую. Я вам сразу скажу, это мощь. Гравитация уменьшенная от стандартной в два раза. Эй, ты что делаешь, сумасшалелла? Тихо, успокойся. Ребят, ну я сейчас психану, понимаете? Если я начну психовать, тут все будут летать в лаву. Да ё-моё! Ты еще никто не упал? Нет. Да успокойся, псих. Я тебя поднимаю. Эй, Дурабелла, это ты на этой рахитке, вот этой палке? Да я тебя могу перевернуть, ты шо? Не базар так со мной. Эй, ты ж не базар, я смотри, что сейчас буду делать. Ле, у меня сейчас тапок заминирован. Смотри. Если палка разомкнется, я вздыхаю. Это ты сзади вот это пердишь своей колымагой? Не-не-не, я отстал от тебя. Я тебя отстал. Я такой. Если я нажму тормоз, у меня тормоза ДБЛ, и никто меня не сдвинет с места. Я по стенке лечу. Че, еще никто не упал? Нет. Хорошо, пора и тучку скидывать. И тучка, последние твои слова. Ах ты, тварь, вырулил. Вырулил, базара нет. Да ты отъедь, алло. Я тебе сейчас вот, наконец-то. Скидывай его. Скидывай, нет, не меня. Блин, ребята, очень хочется победить. Ну реально, ну сколько же можно проигрывать? Но... Хотя всего один раунд Дима, был. Дима. Нет, пацаны. Задний ход. Я по стенке еду. Хорош. Главное, два моста решает. Был бы передний или задний привод, только бы номер не прокатил. Да блин, я просто на месте кручусь, как додик. Да вы как трамплины. Хи-хи, блин, нравится эта каша малаша, это реально дерби у нас. Да что вы, ну, а? Тупыство, я уеду отсюда, нафиг. Да прикольно, ну смотри, что творится. Ну вы, ну, а? Кто-то ж упадет в любом случае, кто-то ж свалится. Сейчас такой Дима упадет. Ну упаду-то и упаду, я буду не против, это игра. Но это будет очень сложно сделать, потому что у меня машина бешеная просто. Чё, тебе нормально по стене ехать? Я не езжу по стене, я тут Диму тараню вместе с вами. Мы тут вообще таранимся, фигней занимаемся. Тихо. Газуй. А блин, пацаны, я реально понимаю, что вы хотите, но у вас не получится. Потому что я лучший гонщик. Блин, ну у вас быстрее машина, не спорю, у меня как кусок говна. Ну вот, молодец. А, блин, не поймал, ладно. Гравитация меня еще. Вот там, кто на стене есть. Гравитация уменьшена на 150. Че натворил? У меня машина летит. Че, пацаны, 158 гравитация, нормально это? Ё-моё! Это в 4 раза меньше, чем обычно. А говорит, я так плохо умею делать трюки на машинах. Ты видишь, нифига себе, ты сразу улетаешь в кувет. Ты видишь, они по стенам едут? Да я вижу, но сейчас кто-то ошибется и улетит просто в лаву. Ага, вот, заяц, я тебя должен убить. Нет. Да прощай. Ребята, ну что, улетел вниз, смотрите. Ребята, отлично. Сейчас еще один улетит, смотрите, вон я вижу. На той стороне. Ну. Да он кувыркается, блин, на этом. Я вижу, на краю. Ну, блин, сейчас я кувыркаю. Да не, пацаны... Занимайтесь фигнёй, я так никогда не упаду. У меня очень крепкая машина по этому поводу. Всё! Нет! Да, ура, я его скинул. Скинул, да? Блин, ну я вижу, что какие-то, блин, лезут дурачки под колёса. Ого, это крутит. Это потом. Так, сколько у нас осталось? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Только двое людей мы скинули. Хорошо. Дим, я вообще голова закружилась, такие корки делаю. Ого, кто-то там чудит. Так, пацаны, если сейчас будем опять долго друг друга скидывать, придется гравитацию еще уменьшать. Кто-то опять перевернулся. Так, уменьшаем. Я, пожалуй, отъеду. А, блин, а там мы сейчас будем летать? Ну да. Ой, я думал, красиво. Ого, молодец, спасибо, Дима, тебе. Не спасибо. Вот, все отлично. Ого, нормально ты крутишь, пойдет. Так, давайте будем пробовать скидывать его. Верно, он крутится. Так. Во-во-во-во-во. Сейчас мы тебя будем в лаву толкать. Вы видите этот цирк, что сейчас творится вообще? Цирк. Да ну хватит крутиться, ты как юла какая-то. Успокойся, психэкс. Ай, ты чё? Хорош. Ой, сейчас упадет. О, нет.
Нет, пожалуйста, гравитейшн. Дима, не мешайте мне крутиться. Да нет, я скину в любом случае, чувак. Я тебя так не оставлю. Или я, или ты. А как жить? Это вопрос. Жить все, никак. Моя торнадо. Торнадо. Я еще быстрее начал крутиться. Ой, прощай. А теперь все. Туда. Красиво. Ну все, ребята, скину. Я обещал, что это сделаю, я это сделал. Вижу еще одну жертву аборта. Ты готов скинуться? Ну давай потаранимся, кто кого. Понимаешь, у меня очень мощная тачка, очень. А кто так только что облаву ударился и вернулся обратно на арену? Не, все, пацаны, это уже не считается. То есть с преисподней еще никто не возвращал. С преисподней. Пацаны, давайте не очкуйте, давайте все вместе будем друг друга скидывать. Я жду возле края лавы, кто не сыт. Я там увидел одного человека. Не, Дима сольется по-любому. Два умных человека по стенке. Я сольюсь? Да, конечно. Зря ты это мне говоришь. Потому что вот я вижу человека, который должен... А это кто на этом крычке? А это, блин, да. Это ты, Итучка? Да я не могу выровняться нормально. Но я тебя должен скинуть, как и того, понимаешь? Извини, но ты должен улететь в небытие. Это, Итучка, это твоя крутись. Судьба. Итучка, крутись. Все, прощай, Итучка. Жопа ты такая, я тебя ненавижу. Отлично, ребята. Двоих я утилизировал просто, когда я тяну, как детский сад. Ир, ты хочешь со мной побороться? Ну зря ты это, чувак, хочешь со мной сделать. Ну, стоять, давай. Не ведись на провокации. А ну тогда просто очкуй и убегай от меня. Давай будем так играть, весело. Ну, кто не сыт, пацаны, я жду вас. А топливо кончается, вы думаете, у вас топливо вечное? Не ведитесь на провокации, ничего не делайте. Молодец, Дима, молодец. Ну это же, знаешь, они тут не выпендрились. Давайте, я вас жду. Да вот он, едет. Я сейчас должен гравитацию буду еще увеличивать, если вы не будете меня слушать. А чего вы реально приезжаете мимо него? Тарантись? Реально. Ну. Ой-ой-ой! Тихо! Еще чуть-чуть бы и скинул меня, представляешь? Тихо! Нет! Фух! Ну блин, Дима! Пацаны, давай! Ой, меня сейчас скинут! Я пошутил, это была обманочка. Все, пацаны, скидывайте своего кента, кто будет скидывать его? Не надо. Кто сыт? Кто сыт? Давай, кто не сыт? Давай, Дима, жопой. Ты офигел? Он живой. А я держусь. Поняли? Все, давайте, Дима. Вы говно, понимаете? Вы мне специально... Ну нафига я вас послушал? Ну зачем? Я играл так хорошо. Дима, скидывай. Я еще выйду, пацаны. Я выйду. Не-не-не-не-не. Дима, скидывайте. Дима. Ну пожалуйста, ну не надо. Ура! Нет, я выйду, смотри. Это все, это не все. Да, ладно, проиграл, все. А где? Стекло ролика. Стекло. Гравитация уменьшена на 70. Что, а зачем ты это сделал? Это было очень странно с твоей стороны, но мне это не понравилось. Ой, понравилось. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Нам всем отличного настроения и всем пока. Ой, красиво. Всем пока-пока. Всем пока-пока. И подпишись на канал Димаса.